Региональное отделение «Единой России» в июле запустило цикл встреч с жителями городских округов, которым осенью предстоит выбрать новый состав Советов депутатов. Цель этих мероприятий – выявить наиболее острые вопросы, требующие решения. На данный момент местными исполкомами при участии как действующих депутатов всех уровней, так и тех, кто выдвинул свои кандидатуры для участия в выборах, проведено 1516 таких встреч. В них приняло участие более 20 тысяч жителей городских округов.